Астрологический прогноз на 30 мая 2022 года. Это понедельник. Действует рекомендация 30-х лунных суток. Луна находится в знаке Близнецы. Это день хорош для завершения долгих дел, для анализа текущих событий. Хорошо собраться и сделать необходимую работу, до которой руки не доходили. Хорошо проводить медицинские и косметические процедуры. Знаки огня. Овен, лев, стрелец. День хорош для встреч, поездок и покупок. Благоприятно работать с документами и обсуждать свои планы с заинтересованными лицами. Хорошо искать информацию и заключать соглашения. Также в этот день благоприятно общаться с людьми, занимающими высокую социальную ступень. Знаки Земли. Телец, Дева, Козерог. День хорош для решения финансовых и материальных вопросов. Возможно, получение денег, дорогие покупки. Возможно, удача на рабочем месте. В этот день можно просить консультации у самого известного специалиста, в том числе и медицинского, если, конечно, в этом есть необходимость. Знаки воздуха. Близнецы, Весы, Водолей. День хорош для украшения своей внешности и своего пространства. Хорошо наряжаться и посещать салоны красоты. Хорошо участвовать в праздничном мероприятии. День принесет удачу, связанную с детьми. Возможно, новое знакомство, которое изменит вашу жизнь, несомненно, к лучшему. Знаки воды. Рак, скорпион, рыбы. День хорош для хозяйственной деятельности, для покупок в дом и для дел, которые связаны с родственниками. Хорошо принимать гостей и вспоминать прошлое. День благоприятен для духовной деятельности, для наведения порядка. Дорогие друзья, я желаю вам удачного и счастливого дня. До встречи завтра.